В Люберцах открылась ногтевая студия, которая работает в круглосуточном режиме. Это первый и пока единственный салон в городском округе, где оказывают подобную услугу. С любительницами делать ночной маникюр познакомились мои коллеги. Я вообще очень привередливый человек к маникюру, потому что все-таки химические средства, которыми убирается квартира с тремя детьми, они портят ногти. Открытие такого салона жительница Люберец Анна Мезина ждала давно. И не только потому, что доверяет свои ногти далеко не каждому мастеру. Для мамы троих детей поход на бьюти-процедуры – целая проблема. Теперь приводить в порядок ногти можно в любое удобное время, даже ночью. Можно и уложить их спать, и оставить их с мужем, приехать в салон непосредственно и сделать себе красивые ногти. Впрочем, детей можно смело брать с собой. Пока мама будет наводить красоту, они найдут себе занятия в игровой комнате. Это еще одно новшество, которое отличает этот салон от других. Максимальная забота о комфорте клиента. Проанализировав потребности в нашем городе, все-таки в сфере индустрии красоты, пришли к мнению, что в нашем городе не хватает такого салона, который готов принять своих клиентов 24 часа. Все сотрудники готовы выйти в любое удобное для вас время, подстроиться под вас, показать полный комплекс услуг, 4 либо 8 рук, чтобы это сократило ваше время, и вы могли более компактно, в более удобное для вас время привести себя в порядок и быть, как обычно, красавицей. В новый салон можно прийти не только на маникюр и педикюр. Здесь работают мастера по перманентному макияжу, ламинированию ресниц и бровей, а также визажисты. Одним словом, полный комплекс красоты в любое время суток. Луиза Игязарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.